Канал Озиф. Здесь можно найти жестокие, крутые, смешные и, что самое главное, интересные вызовы в реальной жизни. Если ты заинтересован, то заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Алиса, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию прохождения самой лучшей карты во всей вселенной. Ребята, кто смотрел предыдущие две части, тот огромный молодец, потому что сегодня, ребята, мы будем продолжать проходить эту замечательную карту. Я надеюсь, что новая серия вам также понравится. Ребята, если вы хотите видеть продолжение как можно быстрее, то чем быстрее мы наберем 1500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия, новое видео. Если мы дружно соберемся, все поставим лайк, ребята. Наберем 1500 лайков через 2-3 часа, значит через 2 часа выйдет новое видео. Ребята, не забываем об этом. В принципе, вы будете получать до 2-3 или 4 видео в день, если вы, конечно, этого хотите. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков, ребята. Потратим на всего лишь 2 секунды. Одну на лайк, одну на подписку. За это я вам скажу большое спасибо и выпущу новое видео как можно быстрее. Больше мы не тянем и приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы будем приступать. Остановились мы тут в конце предыдущей части. И как я понял, это будет небольшой дроппер. И нам нужно будет спуститься вот сюда вниз. Я бы очень хотел надеяться... Да, то, что мы не потратим ни единого кристалла, потому что если мы соприкоснемся к этой красной хрени, будем ее вот так образно называть, то, ребята, мы потеряем один кристалл. Это... Ух ты! Это была самая неожиданная хрень. Сюрприз. Охренеть, дайте-ка у меня сердце становится хотя бы немного. Хотя бы немного, потому что я немного охренел. Да как немного, я обосрался по полной программе. Загнали нас в тупик, я думал, тут какое-то продолжение. Это оказался обычный тупик, и ничего тут не произошло. Только сзади нас появился скример. Ребята, если вас это напугало, прям напишите в комментарии, сколько кирпичных заводов вы уже успели построить. Я пока что только один, потому что эти хрени меня напугали. Но зато на них мы заработали 3 кристалла, и это, в принципе, очень даже круто. Мне кажется, ли кристаллы могли быть вот там, где-то наверху, спрятанные? Ребят, я не знаю. Вот так, спустимся сюда и посмотрим, что нас тут ожидает. Мы куда-то... Это, ребята, дроппер. Это реально дроппер. И, в принципе, нам нужно найти путь, как бы нам отлично спуститься. Ой! Вот. Да уж ты ж. Так, сектор обрушился очередной раз. И вот эта хрень. Тух. О, главное, туда не падаем. Меня напрягает. А куда нам нужно? Ах ты ж. А нам точно сюда нужно? Или я просто-напросто забрал Тинти, нам сейчас нужно возвращаться на точку. Наверное, ребята, возвращаемся на точку. Да. И сейчас, опа-на! Взрываем, прыгаем сюда, запрыгиваем. Да, ребята, мы сумели пройти, пожалуй. Ух ты ж, ёшкина матрешка, нифига. То есть нам даже не нужно покупать лук, мы его находим на земле. Ребята, знаете что, у меня прям такая идея пришла в голову, потому что эта карта не перестает меня удивлять, ребята. Если эта карта вам нравится, напишите в комментарии. Меня, если честно, она не перестает удивлять, потому что это нереально крутая карта. Мы получили экстренные, то есть дополнительные жизни. Эта карта меня просто-напросто не перестает удивлять. Это охренеть, ребята. Честное слово. Давайте, знаете что, давайте в этой серии мы составим топ 5 причин, почему... А что меня удалил? А, у меня лук удалился. А, точно, я не могу проходить с луком через вот эти блоки. Я только сейчас, ребята, вспомнил. Знаете что, давайте мы в этой серии придумаем топ 5, почему вы должны пройти эту карту. То есть, почему вы должны поиграть на вот этой карте. Потому что, ребята, она меня очень сильно удивляет, и она мне очень нравится, ребята. Вот, знаете что, давайте мы составим действительно топ 5 способов, не способов, а топ 5 причин, почему вы должны поиграть на вот этой карте. Потому что, ребята, это... Скримеры, мать вашу, начинаются. Это охренеть просто. Иди сюда, где ты, зараза? Где ты, зараза? Иди сюда, где ты, зараза? Ты пропал? Нет, ты где-то там, я знаю, ты где-то там прячешься.
как бы мне тебя убить, паровоз нафиг, потому что это реально паровоз какой-то. Ах, ты спрятался, зараза, да? Куда я в жопу тэпэхнулся? Ну зачем я сюда тэпэхнулся? Я случайно нажал, ребята. Случайно я нажал. Ну, в принципе, ничего такого страшного в этом нету. Но да ладно. Опа! О, кстати, кстати. А я лук не забрал. Я лук, ребята, не забрал. Потому что я вот тут прошел, и мой лук пропал. Вот так, нам же лук нужен. Это мы активировали и топаем сюда. Ребята, первая причина, почему вы должны поиграть на этой карте, почему это самая лучшая в мире карта на данный момент. Потому что тут присутствует нереальная механика. То есть, знаете что, давайте мы сначала убьем вот этого паровоза. На тебе вот так, один кристалл гони, зараза. А механика игры. Да, я заметил. Сейчас давайте, ребята, мы еще вот это поднимем. Просто, знаете, мне не очень удобно играть и слушать вот это. Поэтому давайте мы сначала пройдем вот этот уровень с этой сигнализацией. И только потом, знаете что, я проверяю, нет ли тут спрятанных кристаллов. Потому что они действительно могут быть. Я пока что туда еще не хочу идти, потому что там может быть какой-то опять скример. Давайте сначала насобираем вот эти кристаллы, которые валяются тут на земле. И сейчас мы можем идти туда, где валяется очередной TNT. Сейчас тут будет скример, ребята, 100%. Я могу туда пойти. Ух ты же нафиг. А... Так. Так, а я должен был сюда идти или мне сюда нужно? А я тут не могу пройти, потому что там есть стена. А я, ребята, даже не знаю, нужно ли нам сюда идти. А, по логике, я думал, то, что нам нужно тэпэхнуться обратно, потому что там нас ожидает... А ну, офиг его знает, это какой-то потайной нафиг. А, нет, или я просто-напросто вернулся. Ага, вот где я, ребята, появился, это обходной путь. Ладно, ребята, первый топ. Почему вы должны поиграть на этой карте? Это механика игры, ребята. Механика тут обалденная. О чем я говорю? Без каких-то либо модов, только с помощью командных блоков на этой карте, вы, ребята, можете делать все, что угодно. Вы можете строить мосты, вы можете лазать по стенам, вы можете карабкаться, вы даже можете ползти, ребята. И это все вы можете делать в обычной карте без модов. Только обычная карта и... прямые руки автора, который сделал вот эту карту, ребят. Охренеть! Твою мать! Ух ты ж, ё, нахрен! Охренеть просто! Как они пугают меня! Это полускример нафиг! Я даже разговаривать забыл! Это полускример карта! Охренеть просто, ребята! Главное не прыгнуть на вот эти блоки, потому что... они подкинут тебя в воздух, и мы можем туда упасть, а нам туда не нужно падать. Ребята, механика игры — это первый топ, почему вы должны поиграть на вот этой карте. Потому что это фантастически просто. Вы можете, вот видите, вы можете делать двойной прыжок, вы можете прыгать по стенам, вы... хреновенько. Вы можете прыгать по стенам, ребята, вы можете даже карабкаться. А, и многое другое. И это все, ребята, с помощью только одной карты. Это нереально круто. Пять минус один кристалл. А, жопа, жопа. Ладно. А вторая причина, почему вы должны поиграть в эту карту. Это, ребята, отсутствие лагов. Если учитывать то, что я только что сказал, то что тут есть много различных всяких вещей. В принципе, мы можем даже туда пойти посмотреть, что там такое. Множество различных всяких вещей. То есть вот эти прыжки, двойные прыжки, вот эти мосты, которые строятся, и многое другое. Если, ребята, вот это все учитывать, то на этой карте присутствует 0 лагов, ребята. 0 лагов. Ух ты ж, сколько... Ух, я хочу туда спуститься, ребята. Так, что у нас тут есть такое? Break this block to... Ага, то есть сломай вот этот блок, чтобы получить кристаллы. А, да, я могу, наверное, туда пробраться. Сейчас, ребята, посмотрим. Это вот чекпоинт, давайте сохранимся. А, в принципе, ребята, это отсутствие лагов. Если учитывать то, что сколько всяких тут вещей вы можете делать, вытворять на вот этой карте, то отсутствие лагов — это, ребята, самый главный фактор. То есть без лагов это...
большое удовольствие играть на вот этой карте, ребята. Это второй, ну, как можно сказать, не второй способ, а вторая причина, почему вы должны поиграть на этой карте. Мы же составляем топ-5. Давайте поднимем кристаллик. Вот так, ребята. Это, ребята, вторая причина. Так, я просто смотрю, сосредоточен, ничего ли тут нету? Вроде ничего. А поэтому, ребята, вы реально должны поиграть, пух, вот в эту карту. Давайте сломаем вот этот блок, чтобы получить кристаллы. Вот так, замечательно. И тут еще есть один кристалл. Вот так, больше тут ничего нету. Или все же что-то может... Нет, больше тут, ребята, ничего нету, поэтому будем возвращаться. Опа, вот так, пум. И, кстати, там еще что-то было. Только как мне туда забраться? Ага, вот так мне туда забраться. И давайте поднимем еще вот этот кристалл. А, ух ты, ни хрена себе, Тинти. Так, что-то тут новенькое. Это все что-то новенькое, и, в принципе, мы вот это еще даже не проходили. Что это такое? И нас перебросит? Ни хрена себе. Офигеть, ребята, просто. Давайте мы сейчас придумаем третью причину, почему вы должны поиграть на вот этой карте. Кстати, тут был еще один кристалл. Вот так. И нам, в принципе... Опа, еще один кристалл. Вот так. И сейчас нам нужно опять туда возвращаться, потому что вряд ли я сюда как-то смогу забраться. Ребята, третий... Дайте сюда, дайте я вот так заберусь. Третья причина — это... Ну, давайте подумаем, ребята. Что это такое? Это... Много... Сейчас, куда мне? Вот сюда мне нужно. Это много возможностей на вот этой карте. То есть вы можете улучшать свои предметы. Вы можете собирать предметы, которые могут валяться на земле. Вы можете усовершенствовать, модифицировать предметы. То есть улучшать их уровень. Это, ребята, нереально круто. То есть вот эти все чекпоинты, вот эти все подбросы, вот эти все перебросы с помощью TNT, вот эти все улучшения, ребята, это нереально круто. Я не знаю, как автор вообще до этого додумался сделать это в ванильном Майнкрафте, но это, ребята, прям гениально. Вот честное слово, это гениально. И это третья причина, почему вы должны поиграть вот в эту карту. Я, в принципе, не могу туда вернуться, куда мне нужно. Мне кажется, я тут вряд ли что-то смогу сделать. Во, кстати, я даже это не заметил. Кнопочка. Кнопочка. Во. Хреново. А я, в принципе, смогу туда вообще допрыгнуть. Да, смогу, но лук у меня пропадет. Опа, ребята. Опа. Что тут написано? Мы нашли новую записочку. Что тут написано? Во, ух ты ж, ни хрена себе. Это похоже на то, что работники вот этой лаборатории хотели сделать машину времени тут. Нифига себе. И что-то тут пошло не так, и люди превратились в злых монстров. How do I know? Как я это знаю? То есть я попробовал эту машину 5 минус отгрейд, мой скин. Ого! Я попробовал использовать эту машину времени 5 минут назад, и моя кожа уже стала серой. И мои волосы отпали. То есть сейчас он чувствует то, что он голоден, когда видит человеческую плоть. То есть, ребята, тут вот эти работники... этой лаборатории делали эксперименты. А, кстати, нам же нужен блок TNT. Они делали эксперименты над машиной времени. То есть они хотели сделать машину времени. Но что-то пошло не так. Что-то, ребята, пошло не так. И вот эта машина времени так как-то сработала и превратила всех работников в злых монстров. В принципе, это ясно и понятно. Но как нам выйти с этого? То есть, как нам превратить, что ли, их или обратно, или просто-напросто сбежать с этой лаборатории, потому что тот араб, самолет которого мы уничтожили, где-то спит и вообще даже нам не хочет помогать. Если честно, ребята, даже не знаю, куда нам сейчас идти. Будем что-то пробовать. Но, ребята, давайте, знаете что? Давайте мы будем дальше составлять, почему вы должны поиграть на вот этой карте, ребята. Четвертая причина. А потому что... Дайте я подумаю. Потому что, знаете, я помнил, но я, если честно, уже немного подзабыл. А! Это нереально крутой сюжет. То есть,
А, кстати, нам, может, сюда нужно идти? Сюжет тут очень крутой. То есть это... Нет, я уже тут был. Хреново, хреново. Сюжет этой карты реально очень крутой, хоть, в принципе, простенький. Вы разбились на самолете, нашли какую-то заброшенную, забытую лабораторию, и сейчас вы хотели ее просто-напросто облутать и посмотреть, что там такое, но вы наткнулись на вот этот... Акцидент, как это можно назвать, не акцидент, а происшествие, то есть работники этой станции не хотели, чтобы это произошло, но все же, ребята, это произошло, и они превратились в монстров, хоть они хотели сделать машину времени. А как нам вообще тут пройти? А там у нас, кстати, а там у нас что-то есть? Это, ага, нет, я вот это активировал. А куда нам дальше нужно идти? Я, если честно, даже не знаю. А может сюда вниз? Нет, если я сюда вниз упаду, то, в принципе, тут ничего такого нету. Ребят, я даже не представляю, куда нам нужно идти. Я даже не представляю. Ну ладно, сейчас я поищу, побегаю и посмотрю, что нам нужно дальше делать, если, конечно, у меня получится найти ту зацепочку. Я что-то заметил, только я не знаю, смогу ли я туда забраться. Вот сюда. Или... А, нет, мне туда не нужно. Мне туда не нужно, туда я могу забраться и так, и так. А куда мне тогда вообще... А, кстати, вот смотрите. Нет, туда вряд ли мне нужно. Туда я, в принципе, не могу даже пройти. Поэтому я, ребята, не имею ни малейшего представления. Я уже тут сижу где-то 10 минут, и я пытаюсь найти пропуск вот туда, но я его никак не могу найти. Вот сюда... Вот мне нужно разрушить вот эту стену. Это, в принципе, очень просто. Но я не могу туда пробраться никаким способом. Если я сюда упаду, то я умру. Ох, зря я тут делал чекпоинт. Зря я его тут делал, потому что это хреновая идея была. Нужно было сохранить вот тот чекпоинт, который был где-то у нас в другой стороне. Это, можно сказать, какой-то дополнительный уровень. И вряд ли я сюда даже смогу выбраться с этого дополнительного уровня. Потому что тут просто-напросто нету никакого выхода. Я, наверное, тут застрял. Или, может, автор не продумал это? Ребята, фиг его знает, честно. Я понял, ребята, я купил подсказку. Я купил подсказку, она пропала в чате. Но что там было? Я потратил один кристалл. Вот, ребят, сейчас в чате опять появилась подсказка. Подсказка. Используй зеленые взрывчатые блоки для того, чтобы добраться до новых мест. И я только что понял то, что мы можем сюда забраться. Вот, ребята, только мне бы еще туда перепрыгнуть. Как-то, каким-то другим образом. Потому что, сейчас, вот давайте еще раз. Опа, вот сюда. И мне нужно вот... Ты издеваешься, да? Ты издеваешься? Ты не мог меня подбросить нормально. Вот подбрось меня вот так, замечательно. Во-во-во-во! Замечательно просто! Вот куда нам нужно. Ах ты ж нафиг, я сюда столько времени добирался, что с ума можно сойти. Замечательно, тут, ребята, мы сохранимся и пойдем дальше. Нам нужно придумать пятую причину, почему вы должны поиграть... на вот этой карте. Только я, если честно, сейчас немного не понял, куда нам нужно. Вот так, замечательно, сейчас. Да почему ты... Ах, ты ж зараза. То есть нужно встать на вот эти блоки, да? Да, они тебя... Ага, нужно на них встать. А я думал, знаете что, просто пробежаться по этим блокам. А, кстати, я там... Да, я... Ух, я забыл то, что... Замечательно, 5 кристаллов, это всегда очень круто. А я могу туда спуститься, или, допустим, вот сюда спуститься, потому что тут у нас могут быть... Да, вот сюда. Замечательно, вот сюда. Так, это дополнительные уровни, то есть тут мы можем проходить и добывать кристаллы, как я понял. Сейчас, ребята, посмотрим, что у нас тут такое. Если я перейду вот эту черту, как я понимаю, там заспавнятся монстры. Это дополнительный уровень. Это вроде дополнительный уровень, потому что тут много, знаете, тут много различных путей и много различных развилок, куда вы можете пойти. Но не все так просто, потому что вам нужно думать, куда же вам лучше всего пойти. Тут я упаду? Нет, не... Да, упаду. Твою мать, а? Зачем я сюда упал? А я не могу отсюда больше выбраться. Мне нужно, наверное... Или могу? Могу, могу, могу. Замечательно. Вот так. Замечательно, ребята. Если я перейду... Паровозы, паровозы, нафиг, как меня бесит вот этот звук. Так, знаете что, давайте вот сюда, замечательно.
вот сюда и сломаем вот этот блок и получим 5 новых кристаллов. Ребята, нам нужно придумать новую причину. А вот тут у нас блок TNT, нам нужно сюда забраться. А как нам туда забраться? Не могу я туда никак пока что забраться. О, там, кстати, еще. Там еще у нас есть. Как мне сюда забраться, а? Как-то нужно, но я, если честно, пока что не представляю как. Каким-то способом. Давайте мы еще убьем вот этих паровозов. Я сейчас умру! Ах ты ж... Thank you for using our automatic revival system. We would miss you if you were gone. Ага, ни хрена себе, то есть я понял, ребята, я первый раз умер на этой карте. Во, ух ты ж, ни хрена себе, я думал, что я упаду. Я, ребята, я первый раз умер на этой карте, но сейчас я знаю, что будет, если вы умрете. Если вы умрете, то вас просто-напросто тпхнет обратно на последний чекпоинт, но... Но, ребята, у вас заберут 5 кристаллов. Это не скажу то, что прям очень сильно много. Вот сейчас мы убили вот этих маленьких засранцев, и нам вот эти кристаллы в какой-то степени вернулись. Не все, конечно, но все же, ребята, в принципе, сейчас я знаю, что будет, если вы умрете, и это, в принципе, круто. Ладно, будем продвигаться дальше. Сейчас посмотрю, сколько там серия идет нормально. Мы еще можем немного пройти. Ребята, нам нужно придумать 5-ю причину. Думайте, думайте и пишите в комментарии. Знаете что, ребята? Вы можете даже сами составить топ-5 причин, почему вы должны поиграть в эту карту. Я уже составил топ-4, мне нужно придумать топ-5, да, то есть еще одну причину, почему вы должны поиграть, потому что эта карта очень крутая, она мне очень нравится, я еще раз повторюсь, это нереально круто, но как мне вот туда добраться, как мне туда добраться, а я знаю, как мне туда добраться, сейчас я знаю, мне нужно, а, я, все, я понял, ребята, я понял, сейчас нам нужно запрыгнуть вот сюда, вот, я сказал, нам нужно запрыгнуть вот тут. Да твою мать, куда ты меня в жопу? Куда ты меня бросаешь? Зараза. Ты что, издеваешься? А я вообще могу туда запрыгнуть? Потому что это очень бесит. Да запрыгни туда нахрен, а! Мне 100% туда нужно. Или нет, мне может даже сюда нужно. Вот так. Сюда. Ёшкина контора, да дай мне допрыгнуть уже туда, куда мне нужно, а не туда, куда... Ты меня бросаешь! Опа-на! Вот так, замечательно. Опа, сейчас. Сейчас вот... Знаете что, ребята, я всегда забываю то, что на этой карте у тебя не восстанавливается здоровье, поэтому я и умер в предыдущий раз. Я забыл то, что здоровье у нас не восстанавливается, и нам нужно покупать лечилки. То есть это действительно в какой-то степени хардкорная карта. Я, если честно, об этом, ну, вообще забыл про это, поэтому, ребята, не судите строго. Но сейчас нам нужно выбраться с этой ловушки и западни, потому что все же мы забрали наш TNT-блок, мы его забрали, и сейчас мы можем что-то взорвать. Но нам нужно как-то и туда добраться, и еще, ну, хотя бы вот сюда. Только как нам сюда добраться? Я вряд ли тут смогу как-то перепрыгнуть, то есть вряд ли, да? Но способ должен быть какой-то, но какой, не представляю, ребята, пока что. Пока что не представляю, нужно думать, ребята, топ-5. Вот топ-5 нужно еще что-то придумать, я пока что буду думать и искать... Способ. О, вот, нашел, ребята, что-то я там нашел. Вот так, замечательно. Что-то я там нашел. Это, походу, какие-то телепортеры будут. Ага, я понял. Сейчас там у нас там был лук. Сейчас мы пойдем сюда. Вот так, замечательно. Сейчас мы активируем вот эту хрень. Вот так. Что-то открылось. Только что открылось, или просто-напросто вот эти блоки высунулись, и тут еще потом блоки появятся. Если да, то нам опять нужно туда вернуться. Вот, ребята, мы сейчас заберем еще один блок TNT, прыгнем сюда, откроем вот это, и выстрелим вот сюда. Да, вот там что-то у нас появилось, и сейчас мы можем забраться сюда, куда нам нужно, и также забрать наши 5 кристалликов. Замечательно просто. Тут у нас есть еще что-то, мне кажется, то, что ничего. Тут мы можем активировать сейчас мост. Вот так, замечательно. И прыгнуть вот сюда. Сейчас нам нужно забраться еще раз на центр. Я надеюсь, что я смогу сейчас забраться, пожалуйста. Вот так, идем сюда, прыгаем. Прыгаем вот сюда и прыгаем. Вот, точнее, прыгаем, а уже даже бежим вот сюда. Замечательно. Ребята, знаете что, я даже... Я не хочу туда идти. А, давайте хотя бы сохранимся.
Темное помещение такое, ребята, мне страшно. Я хочу на этом заканчивать. Наверное, пятая причина это будет то, что это нереально развлекательная карта. То есть это уже третья серия, а мне интереснее даже, чем было в первой серии. Много различных ловушек, много различных препятствий, которые интересно проходить. Много пазлов, много даже скримеров, сражений, модификации оружия, многое другое, ребята. И это мне очень нравится. Это пятая причина, почему вы должны поиграть в эту карту, ребята. Делитесь этой картой со своими друзьями, потому что в данный момент эта карта нравится мне больше всех, которых я либо когда-либо играл до этого. Это нереально крутая карта. Ребята, если вы хотите продолжение, вы знаете, что делать. Чем быстрее мы наберем 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Если мы дружно соберемся, поставим лайк и наберем 1500 лайков через 2 часа, значит через 2 часа выйдет новая серия, ребята, я вам обещаю. Я буду рад каждому вашему лайку, каждому вашему комментарию и каждой вашей подписке, ребята. Да, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков, ребята. Не постесняйтесь, потратьте на меня всего лишь 2 секунды, этого я вас прошу. Я прошу сделать каждую серию, поставить лайк и подписаться на мой канал, ребята. Это для меня очень сильно важно, я буду этому очень рад. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца, вы реальные молодцы, вы не перемотали, вы не выключили. Вы досмотрели и вы заслуживаете уважения. Ребята, приходите на мой канал каждый день. Видео выходят каждый день, и я всегда буду рад вас видеть. Буду рад вас видеть на просмотре новых видео, ребята. Не стесняйтесь, всегда приходите, вам тут всегда рады. Я еще раз скажу большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.